Настало время съемок. Наш ящерик искупался, отдохнул. И вот он сейчас тут в полотенчике завернут. Вот он. Значит, искупавшийся, отдохнувший, как говорится, сходивший в туалет. Я замечаю его необычную активность, когда он пытается куда-нибудь выйти, там походить, тут походить. Это значит, что он все-таки хочет в туалет. А если нет, ему достаточно лежать у себя в террариуме и ничего не делать. Либо где-нибудь еще лежать. Ну, а сейчас он прогретый и готов идти домой за своим обедом. Да? Ты пойдешь, Стэн, за обедом своим? Он немного не понимает, что с ним случилось. Не торопим его. Не торопим. Хотя, если сейчас он услышит. Опа! Движение. Еда. Это саранча. О, о, движение. Еда. Еда, еда, еда. Давай, давай, домой. Мышку мы изъяли, как я и обещал. Ее там нету. Я ее позже покажу, если что. В отдельном ролике. Ну а саранча у нас гуляет. Гуляй, рванина. А Стэн не очень понимает, что это за телефон. Может, он вкусный, съедобный. Вместо того, чтобы залезть к себе. Давай, давай. Тебя там ждет. О, много вкусных и подвижных целей. Первая саранча. Альфа-хищник вернулся в свой дом. За хвост себя не укуси. Одна саранча все-таки выбралась из террариума. Но улетела она недалеко. Вот, поймал ее. Террариум уже напоминает место бойни, где-то вон валяются оторванные ноги от саранчи. В углу у нас саранча. Сообразит ли Стэн? Привлекаем его внимание.
и никак не привлечем. Ладно. Надеюсь, моя рука не привлечет его внимание. А, саранча. А все тараканы попрятались. Все тараканы попрятались, и их нужно искать. Буквально зарылись головами в различных местах. Но мы не будем давать расслабиться тараканам. Поэтому Стэн. Все никак не хочет развернуться, чтобы увидеть свою бронированную еду. Много сфагнума кушает подряд. Но для них, я считаю, это все-таки в норме вещей, так как в жизни они тоже не сильно разборчивы. А там может попасться всякая земля, трава и прочее. Ну а самые основные наши таракашки оказались вот под этой деревяшкой. Вон они. Стэн, я устал держать. Как мы можем понять, тараканы так просто не дадутся. Их сначала придется поискать некоторое время. А уж потом... Так, ну-ка. Вот еще один тараканчик. Посмотрим, как Стэн отреагирует на него. Надеюсь, он быстро отреагирует, потому что... Не туда целится. Ну, уберишь ты оттуда свою голову. Эх ты, голова садовая. Не можешь найти свою жертву.
Долгая пауза, очень долгая пауза. И он, как всегда, упустил свою жертву. О, а вот у нас тут и сам. Опа!